Всем привет! Сегодня получили от наших операторов ИИ планшет iPad Pro 10,4 инча. Заказывали на 64 гигабайт. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Заказывали Gold. Вот как он выглядит. Прям довольно-таки большой, очень тоненький. Сейчас мы пользовались планшетом Lenovo Yoga Tab 3. Ну а детям сейчас приобрели iPad. Так, у нас в комплекте идет кабель. Что я слышала по обзорам, что он сейчас не двухметровый, а метровый. Укоротили немножко. Так, здесь у нас идет наклеечки. Вот их будем клеить на наш новый чехол, когда придет, мы уже заказали. Это инструкция использования, иголка, чтобы вставить сим-карту, и тут ничего нету, и подзарядное устройство. Сейчас попробуем включить планшет. Жалко, что у меня наушников нету. Так, выбрать язык. И у нас пускай будет русского нет. Русский есть. Так, выберите страны или регион. Англия. Нужно подписаться, тут надо еще, в общем, настраивать. Но сам планшет хорош. Единственное, что уже вижу, что пальчики оставляют на задней крышке. 4 динамика встроенных, 2 сверху, 2 снизу. И, как все говорят, что минус камера выпухлая. Могли бы уже вмонтировать ее немножко вовнутрь. Попользуемся, сделаем еще видео. Скажем, стоит брать или не стоит.